Друзья, всем приветы. Осталась у меня тут курица копченая. Купал курицу, пол курицы. И осталась тут грудка. Ну, кусочек курицы на косточке. Чего думаю с этим делом делать? Потому что я не очень люблю сухое мясо. Белое мясо, вернее, оно же сухое. Но и в то же время я не могу без супов. Мне всегда надо, чтобы было первое. Давайте сварим вкусный гороховый суп. Как раз из этой курятины будет, мне кажется, вообще бомба. Такая вот курица осталась. Покажу. Сейчас мы будем это все дело делать. Покажу, как я варю. Возьму я эту куру. Обдеру. Сразу возьму вот такая кастрюлька 4 литра. Все это дело сейчас обдерем. От косточек, чтобы потом не доставать. Можно было, конечно, сразу закинуть. В воду это все дело варить. Но зачем? Мы сейчас возьмем, порежем. Этого кусочка на эту кастрюлечку мне одному более чем предостаточно будет. Все, нарежу вот так вот кубиком мелким. Можно не кубиком, как хотите, так режьте. Сразу кладем это все дело в кастрюльку. Вот она тут грудка. Ну, тут достаточно, кстати, много. Прям очень даже прилично будет. Ой, блин, на кухне жарко. Летом готовить это нечто. На улице жара, дома жара, это караул. Но кушать что-то надо. Питаться чем-то надо. Не люблю слово кушать. Есть. Жрать. Так, вот так вот мы все это дело обдерем. И все в кастрюльку зафигачим. Так. Это так. Ну, кожу уж не буду класть. Вот. И вот эту курицу быстро порезали всю. Все туда. Прибежал, бегал по делам. Надо варить. Дел полно, ничего не успеваю. Еще полы доделывать в прихожей. Купил краску. Караул. Целый день дела. Так, курицы, кстати, будет много. Ну ладно. Вот так я ее рублю. Без зазрения какой-либо совести. Так. Ничего мыть не надо, она копченая. Так, друзья, все это я делал, порезал в кастрюлю. Сейчас я это заливаю водой. Водой пользуюсь кипяченой. Кипячу и в кувшин сливаю. Потом остужаю в холодильник. Все, заливаю я нашу куру. Этого даже мало, наверное, будет. Сейчас еще из чайника зальем. Я всегда заливаю меньше половины, потому что сюда пойдет картошка, все остальное. Все, друзья, я ставлю на газ. Сейчас она закипит. Ей долго не надо, она готова. Сейчас сделаем пассеровку. Морковка, лучок. Лучок у меня тут остатки оставались. Так, сейчас мы это все в сковородку сразу. Друзья, я все, когда варю гороховый суп, я все режу ножом, не на терке, и режу мелким кубиком. Я так люблю. Морковку, лучок, все кубиком. А вообще, друзья, когда варите супы, смотрите по крупе. Если у вас суп гороховый, крошите все кубиком. Суп рисовый, крошите все кубиком. Варите лапшичку какую-нибудь куриную, крошите все соломкой. Щи, борщи тоже соломочкой. Мне так нравится. Можете тереть на терке. Для меня на терке почему-то это все дольше. Я люблю нарезать.
пропассеровать, положить в суп. Это смотрится в супе, очень красиво гармонирует. Не знаю, мне так нравится. Так вот морковочку мы нарезаем кубиком. Крупно не делайте, средненько. Так. Все, друзья, морковку нарезал. Кладем ее на сковородку. Тут же сейчас режу репчатый лук. У меня тут оставалось остатки лука. Я думаю, мне это больше, чем достаточно будет. Хватит этого. Все, лук режу тоже кубиком. Так. Режем лук. Тут вот осталось у меня еще. Наверное, уже не буду класть. Мучиться резать их не хочу. Все, кладем лук тоже на сковородку. Наливаем обычное растительное масло и ставим на плиту пассероваться. Все, друзья, овощи на плите. Сильно я ничего зажаривать не буду. Я дам ему, ему чуть-чуть такое золотистое красивое дело. И все. Сильно зажаривать я не люблю, и горечь делать тоже не люблю. Все, бульон наш закипает с курицей. Сейчас сюда же я сразу положу горох. Пусть это все вместе варится. Потому что курица готова, ее варить в принципе не надо. Просто чтобы она дала свои жиры, свой навар. Кладу сюда горох колотый. Я его не замачиваю, ничего не делаю. Просто взял 1,5 стакана гороха, помыл и положил. Так, друзья, положил я уже в суп горох, закинул. Вот он у меня тут. Колотый беру, еще раз повторюсь. Сейчас немножко я это все дело убавлю, потому что это будет убегать. Такая у меня кастрюлька, не знаю, показывал, нет ли, купил с вишнями. Две кастрюли классные, такие вот. 4 литра вот эта вот кастрюлька. Все, друзья, и я не солю обычной солью сначала. Я кладу вот такую вот специю, я ее обожаю. Все, вот это дело вот так вот мы сделаем. А дальше я буду досаливать уже солью. В этой специи есть все. И лук, и морковка, и перец, все на свете. Если кто-то скажет, что там улучшители всякие эти дела, а я всегда отвечаю так, сейчас жить вредно вообще. Можно вообще не жить. Все, пассеровочка у меня почти готова. Вот, да блин, никак я что-то не приноровлюсь. Все, вот она такая у меня, очень красивая. Сейчас еще минутку, и все, сильно я ее ужаривать не буду. Мы ее отставим, пока мы ее в суп закидывать, естественно, не будем. Дадим повариться гороху. Так, друзья, забыл про картошку, я ведь ее подготовил. Сейчас, пока у меня все это дело варится, я сразу нарежу картошку и положу ее в воду. Вот она у меня в тазике, две картошки на эту кастрюлю прям больше, чем за глаза. Тоже режу это все дело кубиком. Я люблю все миленько, красивенько. Так. И вот так вот. Все. Она, во-первых, варится очень быстро. У меня вообще все варится очень быстро. Я варю, все делаю очень быстро. Так. Ну и все, в принципе, вот так режу картошку. Сейчас я ее в воду положу, она пока будет ждать своей очереди.
Когда сварится горох, мы все положим туда, я все покажу. Друзья, зелень тоже сразу кладу сейчас в суп, пока у меня варится горох. Взял свежий укроп, обожаю в супах свежую зелень. Разрезаю. Сначала режу вот эти вот палки. Как раз, если кто не знает, может быть, вот эти вот палки в первую очередь. В щи, в борщи, в любые супы, они дают вкус. Все, режем мелко, крошкой. Там все разварится, ничего не, жестко не будет, чувствоваться не будет. Будет вкусно. Проверено. Все, и берем кудрявую часть. Тоже ее мелко шинкуем. И сразу все кладем туда. Друзья, почему я все сразу кладу туда, ничего не жду? Чтобы все отдавало свои вкусы. И солю, и перчу. Все сразу в суп. Оно отдает вкус, насыщается, проваривается, пропаривается, становится очень вкусно. Все, сейчас кладу это в суп и еще кладу 2 листика лаврушки. И, в принципе, ждем, когда сварится горох. Так, друзья, горох у нас начал развариваться. Все, сюда закладываю тут же картошку. Все это маленько капает, но ничего страшного. Все, и тут же закладываю сейчас сюда пассеровку. Снимать одной рукой это все очень удобно. Тут сейчас я лопаткой выгребу. Все, друзья, потом я это все дело, естественно, заливаю, доливаю кипяточком из чайника, досаливаю, перчу, довожу до вкуса и томлю до готовности всех продуктов. Осталось тут совсем чуть-чуть, минут 15. И вот такая вот красота, смотрите, он какой красивый, все цвета радуги там, специи, морковка, зелень, курочка. Ой, это обалденно, это будет обалденно. Друзья, всем приятного аппетита, всем пока-пока.